полиция домой отвезу к отцу. Угу. Чтобы он первым узнал, как меня кинули? Отлично, хорошая идея. Тогда предлагай. Сейчас я зайду к матери, постараюсь у нее денег взять. А потом куда? Опять к Ирику? Ты не сдолбался им деньги носить? Да никто не собирается им деньги носить. Я их потом отцу отвезу. А коллекторам что? А им хватит. В смысле? В смысле? Не тупи. Да они нас кинули. С чего ты взял? Ну а кто еще? Короче, жди меня здесь, потом мы сразу к ним поедем. Кошмарить начнем их, если что. Слушай, ты меня реально пугаешь? Зачем тебе? У тебя проблемы какие-то? Потом, откуда я столько возьму? Никаких проблем. Я же тебе объяснил, мне просто нужны деньги. Ты же всегда говорил, что готова ради меня пожертвовать всем на свете. Ну вот, наступил тот момент, когда ты можешь это сделать. И 100 тысяч долларов — не все на свете. Да, я понимаю, что я в большом долгу перед тобой. Не оплатный долг, мам. Ладно, забудь. Подожди, может быть, это Антону надо? Может быть, у него какие-то проблемы? Да при чем здесь Антон? Я тебе говорю, забудь. Так, значит, женщина. Скажи, а кто тянет из тебя деньги? Может быть, это девица, которая с отцом живет? Агеева? Мам, ты что, с ума сошла? К тому же он ее вывел. Здорово! Сумка. А, на. Где ты ходишь? Я тебе уже 5 минут тут кружу. Да ты чей? Я в Москве 100 лет не был. Там ребята так ловко танцуют. Девки особенно. Черненькие. Вот, у них барабаны такие. Ты домой как решил возвращаться? На автобусе или на поезде? На вокзал меня отвези. А что, другу твоему розыгрыш-то понравился? Не знаю, еще не спрашивал. Но думаю, он в восторге. Да. Ты куда уехал? Я же тебе сказал меня здесь ждать. Слушай, у меня тут отец на голову свалился, как снег. Отец? Ну да, из Вышнего Волочка. Соскучился, говорит, аж жуть. Слушай, ты это самое. Ты самое, покошмари этих пацанов там. А они как созреют, я поскочу. Ты же уже взрослый, все слова знаешь. Ну что, бать, давай. Спасибо, что согласился помочь. Да всегда рад, всегда рад. Ты только позвони. Редко звонишь-то теперь. А может, махнем вместе, а? Мать обрадуется. 2 года тебя не видела. Поживешь дома чуток. Я не могу. Сейчас период сложный. С делами чуть разгребусь тогда. Пойми, пап. А, ну да, я, конечно, я понимаю. Ты работай, работай. Машина у тебя, гляжу, дорогая. Молодец. Не в меня пошел, не в меня. Да. Ну ладно. Костюмчик-то, извини, не могу вернуть. Старый-то мой в магазине выбросил. Жалко. Мать заругается. Не заругается. Я позвоню ей, все объясню. Да? А за костюм не переживай. Он твой. Ну? Будь здоров. Спасибо тебе. Мать обними. Угу.
Спасибо вам большое за то, что были рядом со мной, что вы меня поддержали в трудную минуту. Спасибо. Вы муж, я не забуду вашу поддержку. Ой, Миша! По какому случаю праздник? Девочки, познакомьтесь, это тот самый Михаил. Да? Михаил. Спасибо. Проходите, проходи. Благодарю. Ваше здоровье. Татьяна Николаевна. Да? Я нашел деньги. Спасибо тебе, Миш, большое. Только не надо ничего уже. Я забыла тебе сказать. Ветеранский фонд выделил для Игоря субсидию. И теперь на все хватит. Миша, я такая счастливая. Спасибо тебе огромное. Ну что ж, волшебника из меня не получилось. Придется переквалифицироваться в управдомы. Толян, ты что, идешь, не? Марин. Ну, а я позвонил. У тебя загранпаспорт есть? Давай не по телефону. Ты можешь спуститься во двор, я внизу. Я вообще-то наедине хотел поговорить, так ты и подняться мог. Все переговоры в присутствии матери. Давайте адвокат позовем. Что ты хотел? Я... Не, я не могу так. Придется. Если не хочешь говорить, мы уйдем. Не надо, не уходите. Давай хоть в сторонку отойдем или в машину сядем. Абсурд какой-то. Теряешь время. Хорошо. Можно я вот так вот сделаю, а то у вас взгляд пристальный. Слабак. Марин, я все придумал. Улетаем в Бразилию, загораем там на пляжах, купаемся в океане, там фестивали, карнавалы, самбо Рио-де-Жанейро. Денег нам хватит на год. Здесь в журнале написано, что в Бразилию даже виза не нужна. Полетели. Самолет 10 вечера. А Сережа с вами полетит? А при чем здесь Сережа-то вообще? То есть как при чем? Тогда я вообще не понимаю, чего мы тут сидим и обсуждаем. Счастье вашей дочери. Так подождите, а меня кто-нибудь спросить хочет? О чем? Ну о том, нужно ли мне все это? Ну, пляжи, карнавалы, Миша, Сережа. Ну, думаете, я этого хочу? Нет, один взялся решать, а другая с ним торгуется. Да идите вы! Марин! Марин, ну, я ж не виноват, что ты с мамой пришла, а? Я понимаю, что все по-идиотски получилось. Ты нужна мне. Мне, может быть, первый раз в жизни кто-то так нужен. Ну, очень за тебя рада. Становишься человеком. Только ты забыл поинтересоваться, нужен ли ты мне. Что за такие выкрутасы, а? Запомни, без Сережи никаких поездок. Ни в Рио-де-Жанейро, ни в Антарктиду. Будьте добры, пин-код. Могу забрать счет? Можно вопрос? Слушаю вас. Вы видите у меня за спиной мужчину?
С дамой в красном платье? Да. Он сейчас попросит счет. И расплачиваться будет карточкой. С этим к нему и подойдешь. Прошу прощения, в нашем ресторане таким ничего не занимается. Я могу вызвать полицию. Подожди, это не опасно. Никто не сможет понять, где в каком месте именно считаны данные. Если, конечно, ты сам не проболтаешься. Тебе это надо? Хорошо, все сделаю. Правильно решили. За открытым окном аккордеон и вино, небо бриллиантами Шанель. И где-то голос идит, проникновенно дрожит и согревает холодный апрель. Я помню, а теперь дороги ждут нас с тобою нелегкие, далекие. На перекрестке мы, наши слова паутина, не по пути нам. Мы тени на холодном перроне, и время нас уже не догонит. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнуть. Он помнит нас, он помнит нас, и мы все помним, как сейчас. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнуть. Он помнит нас. Ты просил зайти. Да, Лен, проходи, я перезвоню. Руководство нашей телекомпании решило создать свое кастинговое агентство. Не хочешь в нем поработать? А что я должна буду делать? Ну как что? Руководить, решать вопрос. То есть ты хочешь, чтобы я его возглавила? Ну конечно. Хватит уже сидеть в своей каморке. М? Послушай, Павел твой какого цвета любит белье, а? Ну, во-первых, он уже не мой, а во-вторых, я не помню. Ну да. Только вот я никак не могу понять, Рудик твой. Видимо, он какой-то необыкновенный мужчина, если ты ради него от Паши-то отказалась. М? А я их не сравнивала. А зря. Очень даже зря. Сравнительный анализ необходим. Ты что там ищешь? Загранпаспорт. Не поняла. Мы же с тобой все обсудили. Ну, значит, не все. Марина, не вынуждай меня идти на крайние меры. Мама, хватит. Я так не могу. Это моя жизнь. Так, последнее предупреждение. Ты хоть дисквалификация. Но он был не такой на самом деле. Ну, он ведет себя как придурок, а на самом деле он очень хороший. Ну, я его чувствую, понимаешь? И вообще я все решила. Этой прекрасной песни место здесь, между моим и твоим сердцем, между баррикадами. Алло, Аня, это Рима Григорьевна. Ты, кажется, в Химках живешь? Ясно. Значит так, сейчас берешь двух симпатичных подруг и отправляйтесь в Шереметьево. Твоим смертельным оружием, видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апреля простужен был. Твоим смертельным оружием, видимо, сам я себя убил. Как безотказных страсти, прости, холодный дождь откуда-то возник. Иди под зонт и руку возьми. Давай вернемся хотя бы до восьми. Мой город стих и ноты Насти. И это час дремоты Насти. Здрасте, здрасте. Это ли несчастье? Но душа летела над лужами. Yeah.
себя убил. Марин! Марин, ты неправильно все поняла, слышишь меня? Марин! Марин! Слышишь меня, Марин? Дверь открой! Открой дверь! Поехали, пожалуйста, поехали, пожалуйста! Дверь открой! Ну, пожалуйста, поехали! Марин, ты не... Ключ не дам. Роза Альбертовна строго-настрого запретила. Ну, бабня. Но она же все равно больше 3 дней не злится. Потом обратно пускает. На этот раз она очень сильно рассердилась. Ну, бабочка моя. Она ничего не узнает. Я завтра с утра встану и сразу уйду. Узнает. Она всегда все знает. Ты лучше вот что. Ты лучше позвони ей по телефону. Ну, пообещай что-нибудь. Вдруг простит. Бабнина, бабнина. На что же меня толкаете? Ключ не дам. Ну, последний раз. Mm-mm. Один. Все. Марин. Ты что, совсем дебил? Марин, я этих девчонок первый раз видел. Слушай, мне плевать и на тебя, и на них. Просто хватит за мной тащиться. Что значит тащиться? Блин, ты реально достал. Ну, хватит за мной ехать. Марин, я не еду никуда, я дома сижу. Марин, вспомни хоть что-нибудь. Какая была машина? Я тебе говорю, что я не знаю. Похоже на твою. Я не понимаю, что здесь вообще за переполох? Ну, поехал за ней кто-то. Ну, понравилась она кому-то. Римма Григорьевна, здесь может быть все намного серьезнее. Вы просто не понимаете. Да? И чего же-то я не понимаю? Этого я вам пока не могу объяснить. А может быть, ты мне объяснишь свое поведение в аэропорту? Я бы на твоем месте после такого номера ушла из большого спорта. Так, в аэропорту они ко мне сами первые подсели. Спросили погоду в Барселоне. Я рассказал им анекдот про испанцев. Все, там больше ничего не было. Подожди, откуда ты знаешь, что случилось в аэропорту? Я тебе еще не говорила. Ну, нетрудно было догадаться. Я же видел, с каким лицом ты вернулась. Вообще, как будто я не знаю этих кобелей. Как будто я с твоим отцом не жила. Миш, по-моему, твою машину грабят. Где? Да вон, видишь? О, блин. Миша, стоит! Это те самые люди. Какие люди? Которые за мной ехали. Ты уверена? Да, я машину узнала. Тогда будем действовать следующим образом. И в полицию позвонить? Нет, сейчас ты выходишь, идешь вдоль дома. Они опять за мной поедут. Я тебе еще раз говорю, выходишь, идешь вдоль дома, ничего не боишься. Потом сразу домой. Когда сразу? Ты поймешь, давай. Давай, давай, давай. Ты что делаешь?
Тихо, порезали, а? Ты что трешься здесь? Тихо. Я сейчас спрашиваю. Отпусти. Что людей кошмарим, а? Отпусти, дурак, ты душишь. Держи, я сейчас полицию позову. Иди домой, никому не звони. Отпусти. Я тебя знаю. Иди домой. Ты что трешься здесь? Отпусти, барам. Ну что там, кто это? Это Сережа? Да при чем тут Сережа? Ты совсем на нем помешалась? Это коллекторы. Какие коллекторы? Ты же сама сказала, что там, в Питере, Сережа все с ними решил. Ну, значит, не все. Я тебе говорила, что нужно было трубку брать. Нет, ты мне скажи, вы что, совсем придурки? У вас что за методы? Вы что людей кошмарите? Кирик сказал, надо оказывать психологическое воздействие. Вы ж бабки так и не подогнали. Потом этот мажор тоже волну гонит. Приехал, устроил распальцовку. Типа это мы всю эту подставу устроили. Мучат, короче. Затяги сплошные. Марина здесь при чем? Так при том, что на ней с матерью долг и висит. Мы Серегу этого мажориста прессовать никак не можем. А за нее, Кирик говорит, пацанчик легко впишется. Ну, есть типа свадьба скоро. В общем, Кирик считает, что если хоть не весь долг, то хотя бы то, что банку заплатили, вернем. А сколько вы за них заплатили? Вот это уже коммерческая тайна. Придет сказать. А то что, задушишь, что ли? А то есть у меня друг один в прокуратуре работает следователем. Закроем тебя года на три за незаконное преследование людей. Ты офигел, что ли? Сколько вы отдали за них банку? Ну, за полтинник. 50 тысяч долларов? Типа того. Ну, полтинник не такая криминальная сумма. В принципе, я могу и сегодня найти. Ты погоди, давай. Я вообще-то такие вопросы не решаю. Тогда поехали к тому, кто решает. Сейчас будет страйк. Ну-ка, да, брось. Смотри, смотри. Так, смотри. Yes. Молодец! Здорово! А кто тебе про полтинник шепнул? А можно я? Откуда ты знаешь? Сань! А? Ну ты что, выспался? Да, нормально все. Здорово! Про деньги ты болтанул. Кирик, ты что, я в натуре не при делах. Ну, дурак, а. Кирилл! Кирик, я не знаю, может, у него какие-то в банке связи свои. Я не знаю. А у нас банк что, ночью открыт? И ты его там встретил, а потом сюда притащил, да? Какое удивительное совпадение. Послушай, Кирилл, я могу тебе принести эти деньги прямо сейчас. И, в принципе, накинуть еще десятку сверху. Прямо сейчас? Ну, максимум через полчаса. Внизу красного, принеси. Принесите шар красный, пожалуйста. А меня это устраивает. С тебя 60, с тебя 40. Кирик, какие 40? За что? Просто так. И ключи от машины, быстро. Вот когда сотка будет лежать здесь, все вопросы будут закрыты. Где я их возьму? Придумай что-нибудь, Эйнштейн. Поехали. Да-да-да-да-да! Да. Да, я не понял, что ты хочешь за мной? А куда мне идти? Я не знаю, иди туда, 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 мне все равно куда. А мне туда не надо, мне с тобой надо. А что это вдруг-то? А с того, что ты умный, я тупой. Ты меня сейчас подставил, я теперь Кирику 40 штук должен. А где мне их взять, я не знаю. Поэтому буду с тобой ходить. Вот найдешь ли меня 40 штук, я исчезну. Это у тебя приколы такие? Нет, я по жизни такой. А еще знаешь, как я считаю? Кто создал проблему, тот и должен ее решать. Поехали. Так, Саш, все, врубай этот режим дурачка, иди домой, а? Я не могу.
Я не знаю, где мне такие деньги брать. Я здесь при чем? Ты не тупи, я же тебе уже объяснял. Давай, открывай, есть охота. Слушай, может, ты бубен дать, а? Ну, дай. Только что это изменит-то, а? Я же все равно никуда не уйду. Куда развивайся? Ты макароны по-флотски любишь? Нет. Напрасно. Я сейчас так приготовлю, пальчики оближешь. Давай. Давай, не задвигай. Я вообще не понимаю, зачем ты это затеяла. Я спать хочу. Скоро все поймешь. Так надо. Что пойму, что ты мне специально не даешь ложиться? Мы кое-чего ждем. Вернее, кое-кого. Дождались. Мама, кто это? Я думаю, что это Сережа. Мам, ты что, Сережа позвонила? Да. Сейчас самый удобный момент. Сережа? Здравствуйте, а где Марина? Здравствуй, проходи, проходи. С ней что-то случилось? Нет, уже все хорошо. Ты большой молодец, что сразу приехал. Настоящий мужчина. Ты говорил, что новый рассказ написал. Да к чему все это искусство? К чему вымысел, когда реальность поражает нас гораздо сильнее? Друзья злоупотребляют нашим доверием. Любимые обманывают нас. И самый близкий тебе человек становится хитрым зверем. Причем тут искусство? Оно для слабых. Сильные должны сами вершить свою судьбу. Они разят изменников и предателей. У их ног в ожидании своей участи. Это к чему вообще? Да это из одной новозеландской пьесы. Ты же так любишь прикалываться. Да, я слушаю. Через 40 минут у меня. Павел Петрович, ну я 2 часа назад лег. Время пошло. Тик-так, тик-так. Thank you.
здесь, подожди, Сань. Тебе туда точно не надо. Не, мы теперь с тобой в одной связке, как эти, аквалангисты. Альпинисты. Ты правда тупой? Пойдем, пойдем. Может, мои 40 штук тоже здесь затесались. Заявление. Это мой ассистент. Очень способный сотрудник. Здравствуйте, я Саша Мерседес. Мерседес — это фамилия? Немец, что ли? Нет, прозвище. Я просто машины очень люблю. В армии вот дембелям всю ночь рассказывал про Мерседесы. Ну, прозвали. Сходи пока в гараже, потусуйся со своими тёзками. Здорово. Мне тут пока с твоим боссом переговорить надо. А где гараж-то? Сердце тебе подскажет. Нет, скорее там. Пойдем. Ты мне скажи, где Серега? А он разве не дома? Я тебе за такие вопросы деньги плачу. Павел Петрович, ну я правда не знаю. Где сейчас мой сын? Вот почему ты не знаешь? Между прочим, твоя работа — знать о нем все, каждую секунду, каждую минуту. Ты, между прочим, тоже должен был здесь ночевать. Ты свой барахло для чего сюда притащил, а? А? Только комнату занял. Павел Петрович, у меня обстоятельства изменились. Да мне твои обстоятельства. Вон, видишь? Даже постель не тронул. Я его сейчас найду. А ты поищи, поищи. Что, не отвечает? Ты из меня дурака-то не делай. Ты что думаешь, я дебил? Я без тебя вот не догадался бы ему позвонить, да? Я просто поражаюсь, как тебе удалось раскрутить меня на такую зарплату. Павел Петрович, я вам вот честное слово даю, я его обязательно найду. Найдешь? Найдешь, найдешь. Куда ты денешься? Только сначала ты мне расскажешь, для кого он у меня выпросил эти 100 000? Движок запорный, можно вообще за копейки взять. Просто. О, слинял. Слышь, москвич, иди сюда. Набери мамки по-быстрому, пока Летёха не пришел. Давай, давай, давай. Алло, мам, привет, это я. Слушай, нас тут куда-то в Сибирь переводят. Пересадка будет в Москве. Да-да-да, на Ленинградский вокзал. Ты сможешь подъехать? Прохавчик, напомни. Мам, возьми там еды побольше, ну, человек на 15. Угу. Но я не знаю как, найди машину. И водки возьми пару литров. Только морсы мои покрась и в бутылки от колы залей. Мам, ну придумай что-нибудь, у Мишки должна быть машина. Найди его. Красава, боец. Привет. Ну что, решил проблему с этим придурком? Сдал его в полицию? Нет. Он теперь у меня живет. Прикольно. Трогательная пара. Тебе Сережа не звонил? Он дома не ночевал. Я знаю. Что ты знаешь?
что он не ночевал дома. Часто на безотказных страсти здрасте меняет краски счастья раз в день. С тобой в опасность, без тебя в тень. Этой прекрасной песни место здесь, между моим и твоим сердцем, между баррикадой и Бресней. Вместе, вместе. Это ли не счастье, но душа летела над лужами, но не апрелем простужен бы. Надо поговорить. Не сейчас. Я тебе говорю, сейчас. Руки убери. Руки убери. Ничего не хочешь мне объяснить? Давай ты первый. Нет в чем объясняться. Ну, например, зачем ты к этим коллекторам поперся? И что ты им там наговорил? Ты в курсе, они теперь Марину прессуют? Девку подставил, красавец. Блин. Привыкай к реальной жизни, мажор. Между прочим, твой отец интересуется, на что тебе понадобились эти 100 штук. Ну и что ты ему сказал? Я сказал, что ты решил снять кино. Ты же писатель, напиши сценарий. Актриса у тебя уже есть. На 100 штук можно забабахать недорогую, но вполне содержательную порнушку. Ты нарываешься? Почему? Я серьезно. Ты же у нее сегодня начал, правильно? Значит, кастинг ты уже провел. Ну и как она? Потянет на порно-актрису, а? Неплохо. Сначала иди помой обувь, а тут уже всю квартиру дерьмом заляпал. Там она голая, она в меня с тазик кинула. Я же тебе говорил, не сейчас. Привет. Какие гости? Перестань. Скажи, ты узнал, для чего Сереже нужны были деньги? Решил заняться кино, снять чего-то хочет. Кино? Странно. Ну, а почему же странно? Если правильно построить, с кем заработает. Кинокритики, кинофестивали. Создадим и кинокомпанию. Познакомимся с нужными людьми. А давно твои знакомства? Кстати, насколько я поняла, вы с Люсей теперь близкие друзья. Ну, раскрутил на один проект. Может, она раскрутила? Уж не нотки ревности ли сейчас он в твоем голосе зазвучали? А ты думаешь, что хочешь? Я тебя об одном только прошу. Пожалуйста, вот с кем угодно, но только не с Люсей. Почему же нет? Она вот тебя в должности повысила. Я Рудику твоему спорткомплексу открыл. А мне не нужны подачки, знаешь, ни от нее, ни от тебя. Она же все назло мне делает. С институтских времен завидует. Ну да, тут еще твой бывший и подвернулся. Поясничать перестань. Если честно, Лен, мне сейчас, ну, точно не до этого. Я без инвесторов горю синим огнем. Мне в Новосибирске удалось получить отсрочку по платежам, а инвесторов-то все равно нет. Так что, если у тебя найдется какой завалящий, ты уж познакомь. А то приеду в пустой дом, повешусь и буду раскачиваться в ритме танго. С тобой невозможно серьезно говорить. Почему ты такой худой? Тебе надо есть. Мам, да я кушаю нормально все. Обязательно. Так точно. Я прошу тебя. Хорошо, мам. Может, все-таки объяснишь кое-что? А что тебе объяснять? Рассказать тебе рецепт смешивания водки с морсом, извини, не могу. Обещал оставить в тайне рецепт деду. Ты достал, ты знаешь, о чем я. О чем ты? Понятия не могу, о чем? Если коллекторы начали прессовать Марину, значит, деньги забрали не они. А кто? Кто их тогда мог забрать, Сергей? Вон уже, кстати, ребята идут, а мы с тобой трепимся. Хватай пакеты. Давай, бери. Эти бери. Догоняй. Боец! Куда вас сейчас? Слышь меня, боец? Здрасте, здрасте. Привет. Смотри, как мы тебя неплохо подогрели. Это еще не все там. Сера, иди сюда! Так, смотри, вот здесь пакеты, здесь еда, здесь выпивка, разберешься, в общем. Да, и мы тебе это, морса намутили.
какое место? Сейчас, мам, подожди, пойдем поговорим, Миш. Пойдем. Попозже. Хорошо. Скажи, вон там тачка стоит. Ты на ней давно ездишь? Не, не очень, а что? Сам ее покупал. Ну, она как бы служебная, босс подогнал. Здесь у него печенье. Да просто диски на ней стоят необычные, редкие очень. Ну и чего, круто же. Круто, конечно, только я такие же диски себе на тачку ставил, которая по дороге исчезла. И модель у нее та же самая, и цвет. А диски мне вообще по индивидуальному заказу делали. Ты чего, боец, ты хочешь сказать, что у тебя тачку отжал? И вторых, таких дисков нет? Я что-то сомневаюсь. Приметы были какие-нибудь еще? Да, там на заднем сиденье поближе к полу кожа была порезана. Я ее сам заклеивал. Я сейчас посмотрю. Со стороны водителя, Миш. Да нормально все. Ты что, решил свалить от меня? Я, походу, знаю во всех проблемах Марины, кто виноват. Кто? Твой отец. Ты сдурел, что ли? Он даже ее не знает. Вот это та самая тачка, которую купил Макс в Берлине. Под которую взял кредит в банке, которая, как ты знаешь, не доехала до Москвы, потому что ее по дороге отжали. Пацану пришлось уйти в армию. А коллекторы приседают теперь на Марину и ее маму из-за квартиры. А где я ее взял? Правильно, в гараже у твоего отца. Теперь вопрос лохматый. Как она туда попала? Что значит, откуда машина? Я их не покупаю, я на них езжу. Ты лучше скажи, ты где был ночью? Кастинг проводил. Ах, кастинг. Вот это как называется. По ночам кастинги проводим? Аренда. Павел Петрович, помещение ночью дешевле. Могли мой офис арендовать. Я по знакомству недорого возьму. Ваш офис? Гениально. Что-то ты пропал совсем. Ну, напряженная деловая жизнь, знаете. ВИПом заделался. Внедряемся потихоньку. А к нам по какому поводу зашел? Информация нужна, Светлана Игоревна. Ну, пойдем. Найдем, кто у Макса эту тачку подкрысил, снимем с него 100 штук. Уже многое проясняется. Что, например? Легковые автомобили. Для компании закупал замдиректор автопарка. Значит, я эту тачку купил тоже он. Остается узнать, кого. Тогда поехали к этому заму, где он работает. Поверишь, у тебя дома. Ну, вот здесь он, собственно, и обитает. Теперь я понял, о ком ты. Незаметный такой. Ну, заметный, незаметный, зато работа у него важна. И вот твой отец специально для своей коллекции тачек нанял. А что здесь никого? А где он еще может быть? Да мне-то откуда знать. Привет, пацаны. Не понял, а ты что тут делаешь? Да вот, машинки протираю. Классные твои басит тачки. Мне в таких парочку я бы не отказался. Ты не напрягайся, он мне разрешил. Я уж с мужиками познакомился. А мужик, который здесь работает, где? Иваныч, что ли? Ну. Так он вышел. Давно? Да с полчаса. Пойдем поищем. Интересно, как он сюда попал? Да я его привез. Ты дебил, что ли? Он же мог отцу про деньги рассказать. А кто его слушать будет? Он тупой, как валенок. Его кроме машин вообще больше ничего не интересует. Пацаны! А зачем вам Иваныч-то нужен? Куда летим-то? Пожар, что ли? Я там еще с машинками не закончил, комбез вот чужую вез. Ты давай за комбез не парься. У меня для тебя новость хорошая. Ух ты, какая? Как только поймем, у кого Иваныч купил эту тачку, сможем вернуть долг Кирику. И ты счастлив, и нам хорошо. Он на тебя больше не злится, а даже тебе премию выпишет. Здорово. Где бабки-то брать будем? Саня, вот мне иногда кажется, что ты этот режим дурака специально врубаешь. Я же тебе говорю, деньги заберем у того, кто продал Ивановичу эту тачку. Эту тачку отжали у Макса Рябинского. Кто продал, тот и отжал. Чего непонятного? Да нет, все понятно. Чего сразу наезжать-то? Я же не знал, что ее отжали. Надо к Марине заехать. Зачем? Потому что она уже в пятой смс-ке пишет, что мы гады последние. Почему? Потому что мы ее оставили на вокзале. Почему?
Но, в принципе, не важно то, что Иваныч пропал. Мы и без него можем найти то место, где он приобрел эту машину. Если мы тупо начнем объезжать все салоны, где... Я сейчас кому это рассказываю? Да мы слушаем, слушаем, но гениальный план, а самое гениальное — это протазик. Марина, вообще-то не закончил. А ты своей хозяйке это расскажи, и будет интересней. Че? Че ты лыбишься? Да ничего. Ты, кажется, на этой тёлке жениться собирался. Тебя это каким-то боком парит? Меня это вообще не парит. Просто этот красавчик сейчас пошел за ней в женский туалет. А ты тут сидишь и клювом щелкаешь. Или у вас это, как у французов? Ты что творишь? Да вот не знаю, как лучше, с хвостом или без. Я не для себя стараюсь. Не, эта история с машиной вообще никуда не упала. Я для тебя это делаю. Чтобы долг с квартиры закрыть, чтобы ты успокоилась. А ты чтоб меня позлить, на пацана прыгаешь. Слушай, кому ты нужен, а? Какое у тебя самомнение? Ты просто водитель. И вопрос ты не решаешь. А Сережа решает. А Сережа решает. Или папа Сережа решает. И зря ты ей про эту голую тёлку с тазиком рассказал. Не, я понимаю, ты друга хотел поставить, это дело святое. Но боком это тебе выйдет, а не ему. Почему? Бабы, они одно говорят, другое думают. Ты что думаешь, она в туалет пошла, потому что ей приспичило? Если бы она сейчас не ушла, она тебе вот этот бокал бы об бошку разбила и все. Я тебе говорю, зря ты не рассказал. Ты не сможешь решить проблему с нашей квартирой. Ты вообще ничего не можешь. Ты только бабу себя голых можешь прятать. И ты даже с этим придурком разобраться не можешь, который сидит там и жрет курицу. Я не могу. Ты не можешь. Засекай время. Сань. Давай, вставай. А, сейчас. Давай, пойдем, да? Давай. Ну, с тобой, ну, что там какая-то... Давай, потом, Леш. Стой! Ты куда поехал? Ты забыл, что это моя машина? Я что, пешком должен ходить? Да завтра верну твою машину. А сейчас надо с Кириком вопрос решить. Вообще, я увольняюсь. Ну, наконец-то, если бы ты знал, как я рад это слышать. Марин, ты куда? Что случилось? Не твое дело, уйди. Как не мое? Стой. Ты что тебе от меня надо? Ты достал меня, исчезни! Марин, девушка, подожди. Это вы зеркало в туалете разбили? Девушка, я полицию вызову! На. Но этого мало. Мало? Ты мне толчки будешь мыть в забегаловках до конца своей жизни. Ты меня понял? Тогда тебе мало не покажется. Марин! Пожалуйста, давай не сейчас, мне плохо. Почему тебе плохо? Что случилось? Ничего не случилось, просто оставь меня в покое. Нет, я хочу знать правду. Хочешь знать правду? Да, я хочу знать правду. Хорошо, я тебе скажу. А зря ты не поехал на лошадях кататься. Потому что я ездила, и Михаил ездил, а потом мы переспали. Доволен? Ты это хотел узнать? Теперь ты можешь оставить меня в покое?